On the roof led up to university, and I think there's about 20,000 students. Терраса на крыше. Не знаю, эта камера показывает, какой здесь вид красивый. Внизу Кингстонский университет. Здесь действительно обучаются механики, которые разрабатывают моторы автомобилей Формулы-1. Здесь учат авиамехаников. Здесь обучают стюартов и стюардесс. Great, you know, you're taught.